Обрезание Господне относится к событиям, принятых еще во времена Ветхого Завета, когда всех детей, рожденных мужского пола, было принято обрезать. Это считалось знаком принадлежности их к богоизбранному народу. Праздник обрезания Господне можно считать прообразом крещения. После пришествия Господа Иисуса Христа, после его рождения, уже наступает и его славного воскресения, наступает новая эра, наступает Новый Завет. И в этом Завете уже отменена сама эта процедура обрезания, которая была обязательна в Ветхом Завете, и мы становимся сопричастны Богу через таинство крещения. Обрезан для нас, конечно, уже отменил апостольский собор, который произошел в 51 году. И крещение для нас — это важное таинство. То есть через крещение мы входим в церковь. Через крещение мы обретаем те дары Святого Духа, которые необходимы для нашего спасения. Праздник обрезания для христиан важен тем, что младенец Иисус, вопреки еретическим суждениям, был из тела и плоти и принял нашу человеческую сущность в полной мере, а также исполнил миссию, возложенную на него Богом. Иванна Пажицева, Юрий Друзякин, Азов.Инфо,